Та попросим вам життя трансмузики. Среду с 24 до 26 часов ночи. В эфире станции 106.8 FM. Программа трансмузыки «Дети подземелья» и «Экс-Пивуду». Москва. Ночь. На улицах ни души. You are dreaming now. О, сколько нам сюрпризов чудных готовит подземелье дух, познаний и открытий мудрых, и два часа с экспи-вуду, где транс, там счастье и веселье, пусть участится сердце стук, в эфире «Дети подземелья», включи на полную свой звук и слушай нас в стереогамме. So, are you ready? Are you in? Готов ли ты? Ты вместе с нами? Поехали. 3, 2, 1. Свободного мегаполиса. В эфире программа «Дети подземелья». Вы слушаете станцию 106.8 FM. И мы приветствуем всех, кто еще не заснул, а начинает только слушать нас и делает рукоятки своих приемников погромче. Сегодня первая программа в серии передач, которые будут посвящены подготовке вас и настрою вас на специальное орбитальное настроение. И для тех, кто не знает все-таки, что и о чем я говорю, я напомню. Итак, в этом декабре две круглые даты отмечает вся прогрессивная российская и международная общественность. Во-первых, это третья годовщина со дня первого выпуска в эфир передачи «Дети подземелья». И я благодарю всех, кто нас слушает в течение всех этих трех долгих лет, и надеюсь, что вы будете нас слушать еще лет 300 как минимум. Вторая дата — это четвертая годовщина Аэроданса. Могу сказать, что это вообще две крупнейшие даты, потому что на нашем российском наша российская действительность, к сожалению, диктует нам очень жесткие условия. 4 года — это довольно-таки серьезный возраст для коммерческого объединения людей, которые занимаются не на специальной музыкой, которая недоступна для масс. Ну что ж, я поздравляю всех вас и всех нас. Ну и еще будет специальная программа, которую я смогу, естественно, поздравить.
heals not, yet blinds my eyes, and seals my lips as Job's were sealed imperiously in the old days. Для вас играет один из лучших диджеев России, один из лучших диджеев, которые будут представлены на орбите, то есть из всех диджеев, которые будут играть на орбите 4, который стоит 12 декабря в Московском дворце молодежи. Этот диджей может по праву занять одну из верхних позиций, одну из верхних строк по рейтингу своего уровня профессионализма. Итак, сегодня после долгого перерыва в эфире станции 106.8 FM в программе «Дети подземелья» диджей Инкогнито. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вы послушаете немного музыки, которую я подготовил специально для этого эфира, и очень рад после годового перерыва присутствовать в программе «Дети подземелья». Что ж, не выключайте свои приемники, как вы делаете это обычно во время этого эфира. Готовьтесь к тому, что к вам отнесутся бережно, очень тонко, и то, что транс войдет в ваш мозг подобно волнам микроволновой печи, которая работает от центра, расходясь по всей периферии вашего мозга. We'll be right back.
Счастье в этом мире большом. И напоминаю вам про эксклюзивнейшее суперсобытие, которое состоится 12 декабря в Московском дворце молодежи. Итак, 12 декабря, Московский дворец молодежи. Два события в одну ночь, даже три события в одну ночь. Празднование дня рождения программы «Дети подземелья», празднование дня рождения Aerodance Corporation, и всему этому посвящен грандиозный 4-й международный фестиваль современной электронной музыки «Орбита 4. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Главное, полоскайте свои мозги в специальной водичке для того, чтобы они были чистыми и подготовленными к такому мощнику, как «Орбита 4. Я хочу вам напомнить, что одним из специальных пунктов орбитальной программы будет единственный концерт в России суперзвезды мирового транса. Опять же, не побоюсь этого названия, или этого эпитета к человеку, действительно заслужившему, чтобы его так называли. Итак, в Москве на «Орбите 4» эксклюзивный концерт специально для тех, кто придет насладиться 9-часовой демонстрацией технологии будущего. Изик Леви, он же Сэндмен, он сам из Израиля, но я думаю, что его музыка принадлежит всему миру. И для концерта Изика в Москве необходима некоторая аппаратура для того, чтобы он не тащил ее оттуда из своих Тель-Авивов. Итак, я сейчас перечислю аппаратуру. У тех, у кого она есть, или кто знает людей, которые обладают этой аппаратурой, пожалуйста, звоните нам на пейджер 96143 абонент станция, или же на пейджер 96143 «Дети подземелья». И на «Дети подземелья», конечно, будет покруче. Сейчас я перечислю аппаратуру, которая нам нужна для концерта «Изика in Moscow». Итак, это следующая аппаратура. Yamaha Pro Mix 01. Akai S3000X1 с 16 мегабайтами памяти. Очень нужен, кстати. Roland SH101. Mugrook DX7FD2 и DX7D. Итак, я еще раз сейчас это все повторю. Итак, Yamaha Pro Mix 01, Akai S3000X1 с 16 мегабайтами памяти, Roland SH101, Mugrook DX7, FD2 и DX7D. Кстати, последние вот эти вот штучки, DX7, FD2 и DX7D, для меня вообще туманные, я даже не знаю, если честно, что это такое. То есть это может быть как, начиная от каких-то маленьких кабельков, так и громадный такой ВМ. Вот, поэтому я не знаю, что это такое, если честно. Но я прошу всех скинуть, значит, на эти пейджеры, которые я сейчас перечислил, вы всех прекрасно знаете, свой телефон, имя и название того, что у вас есть. Мы сразу же вам перезвоним и будем вам признательны, и поговорим вообще. Поболтаем, так сказать, потрем. Эта аппаратура очень необходима, если вы хотите увидеть Изика в Москве. В любом случае, увидите, но так придется ему все это тащить. А так мы можем предоставить, как бы сказать, что вот мы тоже не выпьем, что у нас это все есть. И честно говоря, вот DX7 и FD2 это вообще такой туман. Похоже на E2 и 3, или там, когда морской бой играешь, там А4, Б5 и такого плана.
сейчас я с удовольствием вам назову мощнейший, а в этом году он будет действительно мощнейший, диджейско-композиторский состав Орбиты 4. Итак, помимо Изика, о котором я уже вам сказал, которого многие из вас уже ждут долгие годы, наконец-таки. Мы ждали, наконец дождались. Итак, будут играть еще следующая команда. В этом году, могу сказать, Орбита будет очень отличаться от остальных, то, что мы сейчас с гордостью можем представить 4 мощных команды, которые играют реально очень мощную музыку в ритмах транса. Итак, это следующие группы отечественные, москвичи все. Ну, не знаю, может быть, некоторые из них приезжие, но как московские команды. Итак, это представители Аэроданса Paranoid Sensations и вокально-интерактивно-виртуальный, могу сказать, ансамбль Аэроданс. Это группа Xerox. Кстати, об Аэродансе сейчас будет написано к Орбите еще 2 специальных трека. Один из них ремикс на композицию, которую вы все знаете. Вы знаете, что Аэроданс — это проект, который преимущественно занимается ремиксами известных с различных вставлялых в их песен. Таких прошлых лет. Вот, значит, это группа Трансдрайвер и группа Xerox. Мощный диджейский состав, это любимец танцполов Москвы, Гоа, Ибицы и всего мира вообще. Мой личный — это Куша Нострадамус. Это он из Израиля, из Гоа, из Ибицы, вот так вот. Это Хавьер из Мексики, лучший диджей Мексики, я думаю, что это вообще крайне интересно. Это я, соответственно, я отыграю свой последний в России сет. Я напоминаю, что Орбита 4 — последняя исключительная вечеринка, если так можно назвать такое крупное событие. Крупная вечеринка или вечеринище. Вот, последнее вечеринище Aerodance Corporation в России. После долгого перерыва. Это лучший диджей Украины, киевский диджей Уберт, известный также как Кузи, и Томас 303. Это на аэротанцполе. Танцпол Best of Russians будет представлен, как бы лучшие россияне, будут представлены следующими диджеями. Это Реаниматор, Фиш, Коля, Спайдер, Инкогнито, Трансер, Иван и Ленин. Также для вас будет организован чиллаут танцпол. Это диджей, который будет играть любимую расслабляющую легкую музыку. Это Реаниматор, как известно, профессионал медляков. Это Экзорцист, Флай и Доктор Ливси. Значит, что дальше? Дальше это, естественно, перформанс. Перформанс будет идти всю ночь. Официальное открытие Орбиты в 12 часов ночи и в 24 часа, так дальнейшей программе расскажу, как будут играть какие диджеи. Я думаю, что я вам скажу, это расскажу это все числа 2 и 9 декабря, прямо перед битвой. В принципе, они уже расставлены, я буду тянуть так резину, для того, чтобы вас помучить немножко. Вот, перформанс от театра класса, массированнейший просто будет. В ближайшей программе вы слышите главного профессора из театра класса, он вам просто расскажет, что будет происходить. Итак, это Игорь Бисер.
Питере, это «Любимая студия» и команда из Питера «Лен Квас». Это «Мосфильм», «Мосфильм», «Транс», «Лен Фильм», «Лен Транс», «Москвас», «Лен Квас», и так далее, так далее. И дизайн будет выполнен всех пространств помещения. Могу сказать, что танцпол будет вообще изменен, то есть он будет больше, скажем так, ха-ха-ха. Вот, и будет подготовлен дизайн Chill Out Planet лейбловым магазином. Его телефон 972-2284, кстати, 972-2284. И дизайнерами Redance Sound System. Итак, это 12 декабря, Орбита 4. И я надеюсь, что вы все, в принципе, уже готовы, потому что довольно долго идет эта подготовка. Но вот мы строили, наконец построили 12 декабря. We'll be right back.
Итак, дорогие друзья, в Москве 1 час 000 минут, 000 секунд, 000 мегасекунд и миллисекунд. Вы слушаете программу «Дети подземелья». С вами все те, кто ее делает, Экспивуду. И сегодня в эфире диджей Инкогнито. Здравствуйте. Сегодня 28 число и также день рождения радиостанции 106.8 FM. Позвольте поздравить ту станцию, которая дала жизнь, дала эфир психоделик транскультуре, которая уже в течение многих лет плодотворно живет, плодотворно существует, делает свои проекты и радует и этими проектами вас. Позвольте сказать для этой станции наше огромное спасибо. То, что вот именно на этой станции дети подземелья могут послать в жопу кого угодно. Позвольте дать 5 баллов той радиостанции, на которой мы можем быть абсолютно честными. Позвольте дать 5 баллов той станции, на которой все наши враги всего лишь являются работниками правопорядка. Позвольте сказать спасибо тому радио, которое есть. Которое будет. Есть, и благодаря которому появились на свет такие группы, как Paranoid Sensation, такие группы, как Transdriver, такие группы, как Xerox, такие группы, как Blinston и многие. Кстати, группа Blinston. А как насчет трека KPR? Я надеюсь, он у вас готов. Очень хорошо. И мы сегодня поздравляем радиостанцию 106.8 FM с трехлетием, 3 года, самому огромному, самому непредсказуемому радио. Монстру. Это не радио, это монстр, который объединил молодежь для того, чтобы она была честной внутри себя и плевала на всех. И действительно, по-настоящему, объективно оценивала. Тусовалась, отдыхала. Действительно, объективно оценивала те продукты, те культурные события, которые делаются в ее честь. И тусовалась, отдыхала, черт возьми. Действительно. Так, в студии находится очень много людей. Продолжается празднование дня рождения радиостанции. Также в студии специалист всем известный. И ну, сейчас настанет реклама, как бы мы быстренько все прорекламируем. И несколько слов от Экспивуду. Я думаю, несколько слов от Экспивуду будут после рекламы, и это будут приятные слова, так что вы не дергайте никуда, несмотря ни на что, ни на девушек, которые вас отвлекают, ни презервативы, которыми давно пора пользоваться, ни на шампанское, которое давно пора пить, ни на... Идите дальше. В эфире программа «Дети подземелья», и мы двигаемся по самым настоящим трансволнам, которые проникают в вашу голову и, конечно же, работают как микроволновая печь, которая работает от центра и по всей периферии мозга. Ну, вы это уже слышали, для вас это не ново. Двигаемся дальше. Thank you.
сезончик все идет, 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 идет. А я вам напоминаю, что вы слушаете программу «Дети подземелья». Это станция 106.8 FM. Сегодня в эфире участник «Орбита 4» и диджей «Инкогнито» «Реактор Sound System». И, кстати говоря, «Реактор» вот на следующей неделе, насколько я понимаю, празднует... Или это через металлолог. В общем, у нас в ближайшее время празднует свою годовщину, день рождения. И я вас, в принципе, ребята, и поздравляю. И тебя, Инкогнито, поздравляю тоже. Бом Шанкар. Вы слушаете программу «Дети подземелья». Это волны станции 106.8 FM. И сегодня в программе диджей Инкогнито. Итак, огромное спасибо за поздравление. Вот только что оторвался от вертушек. Слава тебе, Господи. Но в то же время очень спешу прибегнуть к ним снова. И ближайший мой выход в эфир после того, как я смиксую следующую пластинку. А пока для всех девушек, которые слушают нас, самый замечательный трек, который я знаю, он называется «Грязный поцелуй». И... если вы только что слышали о проекте КПР, вот он состоится 7 ноября, под этот трек будут выставлены на мощных видеопроекционных устройствах настоящие японские порнографические мультфильмы. Итак, дорогие друзья, вот только что закончился тот трек, который назван группой «Анестезия» «Грязный поцелуй». И пришло на пейджер, на самом деле на пейджер пришло уже сообщение 200, но самое интересное пришло только что. Кто такой Инкогнито? Да черт возьми, да никто! Вот, Инкогнито, 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 это некто, нечто и не во что. В Москве 1 час 12 минут, вы слушаете программу «Дети подземелья», для вас звучит лейбл Blue Room, и для вас звучит группа Mautpunk. И по поводу того, что как бы в студии находится очень много людей, которые отмечают день рождения радиостанции, их перечисление, я думаю, будет займет очень долгое время. Что же еще сказать? Ну, могу поздравить радиостанцию, могу поздравить всех работников, также слушателей обязательно. Вот пейджер просто вибрирует так, что просто начинаешь возбуждаться. Пейджер вибрирует так, что хочется подарить его девушкам. Скорее всего, наверное. В студии находится Тимур Инкогнито, доктор Ливси, специалист и очень много друзей, поклонников транса. Слушаем транс. Этот час посвящен только трансу и жестокому колбасу. На пейджер приходит сообщение, что дайте хорошей музыки. Так чем вам не нравится эта музыка? Да всем нравится эта музыка, потому что она только что звучала. Они, ну как бы... Вот тут...
Настала тишина. Надо сделать паузу и дать послушать людям музыку. Согласен. Вот. И мы вам дадим послушать музыку буквально через 2-3 секунды, прежде чем мы напомним вам то, что... Одна секунда. Хочется огромное спасибо сказать Тимуру за поздравление. Саунд-система Реактор. Саунд-система Реактор родилась 2 года назад в клубе «Галактика», и это было настоящим взрывом на вечеринке КПР-1. И буквально на следующей неделе, в субботу, 7 ноября, это тот день, который очень серьезно отложился на истории, на Союза Советских Социалистических Республик. И на менталитете всех российских людей. Это была большая революция. И буквально через неделю состоится «Киберпанк-революция 2». Почему «Киберпанк-революция»? Потому что единственными революционерами, которые существуют сейчас, это являются киберпанки. Это те люди, которые существуют в интернете, те люди, которые бороздят новый космос, который мы создали. И это те люди, которые... которые... плевать на все хотели и встречают только, друг друга словами. Ну что, прыщавый мальчик, пришел к нам на сайт? По поводу записания треков, как бы это радиостанция, сегодня день рождения, не забудьте об этом. Поздравляйте нас, поздравляйте всех. Мы поздравляем вас, то, что мы живем и будем жить. И будем жить благодаря вам. В данный момент играет очень интересная вещь. За пультом, напоминаю, как бы всем, кто об этом не знает, диджей Инкогнито, всем известный, у которого в эти выходные день рождения, грубо говоря. И... Но это день рождения не у меня, это день рождения у Sound System Reactor. Реактор Sound System. 2 года исполняется 7 ноября. Ну, это Sound System организовал всем известный, в принципе, человек. Благодаря ему она существует, живет и будет жить. И дай бог всего всем, чего хочется. На самом деле, ребят, очень хочется поиграть в эту ночь для вас музыки. Позвольте очень быстренько огласить тот праздник, который будет существовать 7 ноября в ДК МАИ. Центральная зона. Диджей Спайдер, Диджей Фиш, Экспи Вуду, Слава Финист, Инкогнито. Выступление живых групп. Трансдрайвер и консерваторы. Также экспериментальная зона. Тим Войт, Мейс Блинсон, Quiet Sense, Диджей Спирит, Ульма Дэй. Существует чиллаут-зона с крутящимся танцполом и передвижным потолком. Диджей Инкогнито, Юникс, Лесик, Лист, Спайдер, Реаниматор, Ленин, Moscow Groove Institute. Шоу, которые будут представлены в этот день, это Plastic Dance, Crew, Lily Pebbles, Лазер Би, Театр Кваса, Fire Show, Bee People, Твари Санкт-Петербург, Energy Modern Dance Squad. Также шоу магазина модной одежды «Маска». Художники по костюмам. Андрей Пескунов, Жозе Белов, Лили Пеблс. На трех танцполах. Киберпанки и революционеры. Техносцены. Супершоу и вращающийся чиллаут. С подвижным потолком. Видеоинсталляции о том, что было, есть и будет. Звук турбосаунд. Кинозал с Dolby Surround. Бильярды, 4 бара, большая автостоянка. Это для тех, кто любит удобство. А для тех, кто любит неудобство, следующее. В эту ночь для вас будет представлено 2 фильма на 2 танцполах. Один фильм будет состоять из слайдов, на которых вы увидите все о том, что было, есть, будет и то, что существовало в клубе «Аэроданс», что существовало в клубе «Галактика», существовало в клубе «Лес» и многих-многих вечеринках, таких как «Дубровский», «Динамика», «Реактор», Z98 «Казантип», «Рейф Орбита», «Тысяча дней до конца века», «Сталкер», «Подвал» и многие-многие другие. Также на большом пати, на большом танцполе вы увидите большой фильм, который делает сейчас Zazuga Communication. На нем вы увидите многое-многое из того, что мы снимали за последние годы, мы снимали за последнее время, за то, что мы снимали за последние несколько месяцев.
И это большой симбиоз того, что представляют из себя люди в общем и виртуальная культура в целом. Итак, на самом деле, дорогие друзья, в Москве 1:19. Вы слушаете программу «Дети подземелья». В эфире DJ Incognito. И по большому счету, мне кажется, что зачитывая всю программу, я просто сижу и ебу вам мозги. Я могу сказать, 7 числа в ДК МАИ состоится событие, которому уже 2.5 месяца. Готовятся все самые прогрессивные люди этого города. Я буду очень расстроен, если Тимура не будет на нем. На этом событии будет сниматься первый документальный фильм о российской психоделик-транскультуре, который так и будет называться «КПР-2». На этом событии будет 3 танцпола, на которых вы увидите самых любимых музыкантов и диджеев. Я не буду расписывать всех. Не надо! Вот это глаз народа. Не надо расписывать всех, вы все их знаете. Приходите 7 ноября и вставляйтесь, черт возьми, так, чтобы перло и от вас, и от нас. И если все так и случится, то это будет настоящий день рождения Reactor Sound System. Могу сказать, что то, что на этом мероприятии люди, которые делают телекоммуникации для компании Ministry of Sound, собрались бросить интернет-мост между городом Санкт-Петербург, Самарой и Москвой. Больше трещать я не буду. Информация на сайтах aerodance.net, 106,8 FM с понедельника, на сайте www.blackhole.sanet.au/kpr2 прямо сейчас. Информация на сайте Brady.io с понедельника. Информация на сайте Территория завтра. Вы можете прямо сейчас зайти на www.blackhole.sanet.au. КПР-2. Немедленно и все прочесть. А теперь мы вам сорвем голову теми треками, которые мы приготовили для сегодняшней программы и готовим для дня рождения Reactor Sound System на 7 ноября в ДК МАИ. Закройте глазки, поставьте колоночки ближе к ушам, влезьте в наушники и плюйте на всех. Пошлите всех в жопу. We'll be right back.
слушаете программу «Дети подземелья», и мы обращаемся к людям, у которых есть аппаратура, необходимая для выступления из дома на орбите 4, или же тех, кто знает, где можно достать следующим. Yamaha Pro X New Soul, Atari S3000 XI 16 мегабайт памяти, Roland SX-101, Mohrut, DX7, FB2, DX7D, и 5 мегабит плюс аудиокабл. А также мы напоминаем, что вы слушаете программу «Дети подземелья», и что 12 декабря состоится 4-й фестиваль электронной современной танцевальной музыки «Орбита 4». Мы приглашаем всех друзей и слушателей программы «Дети подземелья» на празднование ее 3-й годовщины. 3-й годовщины в эфире. А также всех, кто любит то, что делает Dance Sound System на ее праздничке годовщины. Все это будет в один день. Поэтому ждем 12 декабря на орбите 4. Бомбхантер. Скинуть на позже 9614-3, абонент станция. Или же с завтрашнего дня 9614-3, дети подземелья. Убедительная просьба. Если вы поможете орбите в поиске этой аппаратуры, соответственно, вы получите бесплатный проход. Соответственно, с вами пройдут ваши девушки и друзья. И, конечно же, мы скажем вам огромное спасибо, то, что вы поддержали наш общий фестиваль. Я напоминаю список аппаратуры. Это Yamaha Pro Mix Soul. Это Akai S300 XI 16 MBT памяти. Roland SH 101, DXM, FD2, DX7D и 5 MIDI кабелей плюс аудиокабели, которые вы притащите туда, куда вас попросят. На самом деле, ребята, огромная просьба, не жмите, приносите. Мы вас поцелуем за это в жопу и не раз скажем спасибо. Ну скажи в микрофон, что вход ДК мои? Вход ДК мои обеспечен, само собой. Ну вот сюда, вот микрофон. Очень много сообщений на пейджер, сколько стоит вход ДК мои. А фиг его знает, надо туда прийти и пройти просто-напросто. Вход ДК мои сообщу на самом деле. Ребят, если вы не будете лохами, если вы не будете лохами, за 80 тысяч вы пройдете по флаеру с 24 до 0 часов. Вот, а все остальное уже дальше. Вот.
Для вас играет лейбл «Трансиент» и одна из моих любимых групп «Алла Сёч». Я напоминаю, где не лохам взять флэера? Во всех модных магазинах города. Дискоксид, Маска, там я не знаю. Но вот это два магазина, в которых вы точно найдете вот то, что вы ищете. И, конечно, это будет раздаваться по всем университетам. На Пушкинской, на Кузнецком мосту, на Театральной, везде. И я напоминаю то, что нам не хватает, нам очень не хватает людей, которые смогли бы раздавать флаера по высшим учебным заведениям, потому что это мероприятие делается для людей, которые, ну, как бы учатся в высших учебных заведениях. И... завтра в ДК МАИ в 15.00 мы просим вас собраться, учащиеся высших учебных заведений, возле входа. Мы лично будем там присутствовать для того, чтобы сказать вам здрасте, дать вам наши заветные флаера, и чтобы вы их распространили между своими собратьями. Потому что всем будет это очень интересно. А пока рекламная пауза. Завтра ДК МАИ 15.00. We'll be right back.
радиостанция 106.8 FM. Жизнь в новом ритме. Могу однозначно сказать, что это пиздец трек. Станция. Это стиль твоей жизни. Программа подходит к концу. Я больше чем уверен, что вам всем понравилась музыка, которую сегодня комната для вас отыграл. И я передаю вам всем пожелания спокойной ночи и пожелания глубокого и умиротворенного счастья. В эфире была программа «Дети подземелья». Мы встретимся снова через неделю в 24 часа из 24 до 26.00. Вы с удовольствием и наслаждением сможете слушать следующего участника «Орбиты 4». И этим следующим участником «Орбиты» будут ваши старые добрые друзья, диджей Ленин и Франция. Том Шанкар, спасибо, мы встретимся в эфире.